Привет, ребята, у меня для вас новиночка сегодня, это Грифон Light 100 версия 2. Обновленный 10-сантиметровый динамик, номинальный диаметр у динамика 100 мм, 4 Ом сопротивления, 40 Вт мощность. Чувствительность 90 дБ, частотный диапазон от 100 Гц до 18 кГц и размер катушки 0,75 дюйма. Резонансная частота 95 Гц, добротность 0,6, эквивалентный объем 3,7 литра. В комплекте, как обычно, гарантийный талон, наклеечка, которая смогла поместиться в эту коробку. Обязательный атрибут – это ароматизатор DL Audio и два небольших динамика десяточки. Динамик имеет тканевый подвес, тампованную стальную корзину с четырьмя крепежными отверстиями, которые вот так торчат. То есть это в штатку можно поставить, можно использовать как среднечастотник. В принципе, можно уши пильнуть при желании. Тканевый подвес, здесь пенка уплотнительная, композитный диффузор, то есть он идет бумага, и плюс сверху покрыт для жесткости. Плюс вот эта дудочка, предназначенная для расширения диаграммы направленности, и плюс дополнительно увеличивает высокие частоты. Ход хороший у динамика. Вот такая вот корзина, посмотрите, интересная. Небольшого размера магнит, разного размера клеммы, плюс-минус обозначен. Пальцем я, к сожалению, шайбу потрогать не могу, но я понимаю по нажатию на диффузор, что шайба очень мягкая. То есть динамик будет работать прямо из коробки у вас уже хорошо. Можно поразминать несколько дней, погонять на розовом шуме, на разных треках, пожестче погонять его. Аккуратненькая такая десяточка, ребята. Обязательно послушаем. Прикольно, мне нравится, как выглядят, как покрашено, как собрано. Все очень аккуратненько. Attention! Сотки в стенде. Единственный соперник, который адекватно к нему подошел, это Кисуи. Круглый не стал вкручивать, у них очень похож звук. Единственное, что, я думаю, понятно, да, что это сравнение как бы не в пользу Кисуи идет. Потому что Кисуи сам по себе и дороже, и магнит крупнее, и все остальное. Но для тех, кто знает, что такое Кисуи, как они звучат, должны примерно понимать, что вы сейчас услышите в сравнении. 4-дюймовый динамик от начала до конца подвеса, так же, как у Кисуи, абсолютно одинаковый. То есть 4 дюйма заявленный, типа размер, ну, излучаемая площадь меньше, 9 сантиметров диаметр. Послушайте, может быть, что-то услышите. Я попереключаю вам треки. Твиттер подключать, не знаю, наверное, нет смысла. Ну, могу ленту подключить. Особо нет смысла, потому что это на замену штатки. Поэтому я говорю, что нет смысла. Но если будет мало высоких частот, можно либо ленту подкупить. Но лента будет дороже, чем они стоят. Либо шелк какой-то. Ладно, поехали. Фильтрация полностью выключена. We'll be right back.
Ладно, не буду вас больше напрягать. Не всем нравится музыка от Артурчика. Большинству нравится. Что могу сказать про динамик? Несмотря на его небольшой размер, громкости в нем достаточно. Плюс присутствует очень неплохой басок такой. Причем он панчевый, он более такой энергичный, чем у Акисуи. Но у Акисуи больше масштаба. По верхней середине и высоким частотам. У него нет горбика, как у Акисуи. Акисуи немножко такой имеет чуть-чуть агрессивный звук. То есть, когда в лоб он играет, такие инструменты рисковатые, которые сами по себе агрессивны, они уже начинают утомлять. Здесь этого нет. По верхам очень похоже. То есть, самые-самые верха в любом случае нужны. Но, в принципе, для неискушенного слушателя на замену штатки отличный вариант, потому что можно слушать абсолютно без твиттера спокойно. Не будет напрягать, то есть он не глухой, он не какой-то там зажатый, не подавленный. При этом мощности много не надо, то есть я сейчас уже начал вливать, там, уже подбираться к громкости на 50. И несмотря на то, что он в полную полосу, он все-таки еще терпел. То есть подвижная система сделана довольно-таки неплохо, он терпит. От головного устройства или от небольшого усилителя мощности будет вообще отлично играть. Поэтому, кому нужно заменить штатные динамики, чтобы не покупать дорогие штатные динамики, присмотритесь к вот этому. Бюджет более чем радует. На данный момент, на момент обзора, пара этих динамиков стоит 1450 рублей, ребята. Это вообще, ну, ни о чем. Это очень-очень мало. Такие вам обойдутся около 5000 с доставкой с Алиэкспресс, и надо будет ждать месяца полтора. Мне, по крайней мере, 39 дней шли. Там таможня, не таможня, короче, целый геморрой. Поэтому тут надо подумать. Я извиняюсь, если будет слышно шум дождя. У меня здесь рядом котельная, оттуда через дверь проходит, потому что там крыша не особо утеплена. Ну, погода плохая, поэтому решил для вас заняться обзорами. Работать на улице невозможно. По фильтрации что могу рекомендовать? Как в прошлом видео, вот прям вчера, вот я прям выпускал видос, или вчера, или позавчера, где медбасы в ЧВ. Вот там я сделал простой, очень простой ход. Я включил профессиональный эквалайзер, выбрал частоту 60 Гц на басу и убрал в минус 3. Вот если будет хрипеть, вот можете точно так же сделать, абсолютно тот же самый эффект будет. То есть можно будет уже делать громче, а динамики перестанут выходить на ход и перестанут болтаться как непонятно что. Но это особенности слабого усилителя в головном устройстве, к сожалению, так все это устроено. Поверху фильтровать не нужно, пусть они играют как широкополосник во всю полосу, пожалуйста, устанавливайте. Единственное, что порекомендую здесь, если у вас стоят клеммы штатные и они старые, зачистите и припаяйтесь. Это более надежное соединение. Сверху можно замотать изолентой, либо одеть термоусадочку. Это такое мое пожелание вам напутственное. Надеюсь, кто-то услышит и сделает по-человечески, а не тяп-ляп. Если кратковременно подключать, можно хоть что, хоть крокодильчики, хоть проволочку намотать. Как угодно. Если надо долговременно, лучше на клеммы, прям непосредственно пайка. Это лучше всего. Как для замены штатных динамиков, я считаю, годный образец. Выглядит симпатично, звук хороший, ну и стоит недорого. Это, пожалуй, наверное, в нынешнее время недорого, это самая, пожалуй, главная такая фраза, при которой уже клиент готов потратить свои деньги, хоть и небольшие. Если вам понравились эти динамики, вы можете поддержать меня, мой канал, соответственно, мое творчество, перейти по ссылочке в описании и приобрести их у меня. Ну а я на этом с вами прощаюсь, желаю вам чистого и громкого звука, пока, увидимся.